Я вижу этот странный, непонятный сон. Безмолвный незнакомец предо мной предстал, сойдя с икон. Его, как вора под конвоем, страшники ввели, пытали, но согнуться до земли заставить не смогли. Потом его вели на смерть, как на парад, и он мне бросил лишь один печальный взгляд, один прощальный взгляд. В нем я прочел лишь сострадание и не мой укор, как будто славе мне, а не ему проклятие и позор.